Всем привет, ребята, меня зовут Флоска, это вторая серия по зомби-апокалипсису в Майнкрафт. Как вы помните, в предыдущей серии я вчера потеряла Скретча. Я не знаю, куда он пропал. Возможно, он увидел вон ту вышку вдали и решил побежать туда, но вопрос, почему без меня? Вообще, перед этим его покусали псы. Честно, я даже не знаю, что и думать. Сегодня наша с вами миссия, ребята, это найти Скретча. Я пока что не знаю, где он вообще приблизительно может быть, но перед этим кучу всего нам с вами надо сделать. Смотрите, здесь не просто та карта находится. Честно, я пока что не понимаю, где я точно. Вот тут, кажется, да? Ну-ка, дайте-ка я по карте посмотрю. Да, кажется, на карте как раз-таки отмечено зеленым там, где находимся сейчас мы. Здесь, как я понимаю... Что это за звук? Не понял. Что это за звук был? Здесь кто-то есть? Я слышу, где-то кто-то бегает, но я почему-то никого не вижу. Здесь кто-то есть? Слушайте, звуки страшные. Где-то неподалеку, кажется, зомбаки бегают. Но я почему-то никого не вижу. Знаете, вроде бы режим хардкора, монстров никаких нету. Хотя вот тут такие темные участки. Ладно, все-таки, видимо, никого нет. Ладненько, тогда давайте же сделаем с вами что. У меня есть еда. Что у меня есть, что у меня есть, что у меня есть? Дайте-ка я посмотрю. Так, где моя котомочка? У меня нет котомки. Она, походу, Скретча. А нет, погодите, вот у меня есть котомка, и у меня есть 5 фильтров. Окейушки. Вообще, в идеале, когда я найду Скретча, нам нужно сделать еще одну котомку, потому что... Да где? Я прям слышу, где-то здесь. Погодите. Может, тут что-то есть? Окей, хорошо. Что может быть внизу? И я, честно, ума не приложу. Посмотрим, что здесь у нас. Ёшкин, ты кот, это что за чертила? Погодите, погодите, а чё, почему такая ренджа, ё-моё? Разлагающиеся два? Погодите, он меня чем-то заразить еще может? Надо перекусить, немного восстановиться. Погодите-ка, я хочу разобраться с этими чертами. Главное, чтобы они не достали. Так, мне кажется, тут немножко по-другому надо действовать. Надо чем-то заложить эту дырку. И оставить маленькую щелочку. Спускаемся. А погодите, погодите, погодите. Опа, так, он не должен достать. Кажется, не достает. Нормально, надо что-то поесть. Что-то у меня быстро уходит хп. Так, этот черт достает. Я сейчас с ними вот так разберусь. Главное не подходить близко. Бамс, бамс. О, минус один. Достижение какое-то дали. Так, сейчас разберусь с этими чертами аккуратно. Так, минус второй. Сколько их-то? Их там 4, что ли? Ну-ка, иди сюда, черт. У них там спавнер. Погодите, там спавнер. Так, дайте посмотреть, что тут у нас. Ага. Ага, черты стоят. Погодите, а есть смысл туда пробираться? Я так понимаю, там просто их спавнер. Если там просто их спавнер, то, в принципе, он мне нафиг не нужен. Короче, я так понял, там нам нечего с вами искать, потому что там ничего нет, тупо ничего нету. Тогда оставляем всю эту затею и давайте-ка заложим, наверное, заложим. Давайте заложим ковром, опачки, чтобы никто не нашел. А мы с вами давайте отправимся, наверное, за Скретчиком. Я все-таки надеюсь, что он будет там. Я, конечно, не знаю, каким боком он туда побежит. Опа, волки, окей. Я вижу одну корову, и эта корова мне нужна. Кожа, больше ничего нет? У меня больше ничего не выпало, да ладно. Погодите, у меня есть уголь, у нее есть мясо, сырое мясо угря, нет, это не то. Мне нужно сделать вот это вот, чтобы скрафтить ее, мне нужна кожа. Кожу я могу сделать из хитин какой-то. О, из шкуры арктического волка, погодите. Ага, то есть вот так вот. Опа, у меня кожа есть. Так, а мне нужно 5 кожи, 5 кожи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 кожи. У меня больше нету. У меня, походу, больше нету, да? Тогда давайте сейчас мы сразимся с волками. Только мне надо немного перекусить. Я уже хочу жраться немного. Нам с вами просто так или иначе понадобится кожа для того, чтобы сделать еще одну вот эту вот котомочку с водой, потому что Скретчу тоже нужно пить. Так, там 3 волка. Они могут на меня по очереди напасть? Просто всеми разом, я думаю, не справлюсь. Ой, двое сагрились. Давайте, псы блохастые, иди сюда. Давай. Опа. С одного удара. Что-то как-то изи слишком. Так, ладненько, подбираем. Фу, с него еще что-то мерзкое выпало. Так, вот так вот есть у нас ко... Погодите, а я что-то еще из этого могла сделать? Белую шерсть, ничего себе. А что, вот это вот за грязь? Фу, кишки. Из этих кишков я могу что-то сделать. А кажется, содержит что-то внутри, возможно, это даже не остатки пищи. Я могу из кишков сделать себе сосиску в тесте. Ничего себе, туника вечного голода. Комплект брони вечного голода плюс 2 к урону во время голода. Нифига себе, слушайте, как нужно. Грязная щетка. Где грязную щетку взять? Кислотное сердце. Нифига себе, тут крафтов. Ладно, мне, наверное, палку выкину, а то у меня места в инвентаре вообще нету. Все так или иначе нужно для чего-то. Ну-ка. Свина сутулая, ты шо? Но с него что-то ничего не выпало. Так, ну-ка иди сюда, пес. Опа. С одного удара, тупо изи. Так, шкура этого волка я могу соединить? Нет, не могу. Вот это не круто, много места в инвентаре занимает. Так, и что тут у нас? Я могу заглянуть во внутреннюю? Не понял. А как открыть?
А как открыть? А, ну открыть можно? Оранжевый персональный холодильник. А открыть? Что, открыть не могу. Окей, здесь мы можем... О, рыба! Рыба моей мечты. Я взял рыбу. Блин, еды вот куча. Я могу это обратно повесить? Кстати, погодите-ка. Я могу сырое мясо угря взять? Ого! А как мне это разжечь? Углем? Погодите, может мне огниво надо? А где мне взять огниво? О, погодите, тут какой-то сундук с книгой и пером. Так, ладно, погодите-ка, давайте, наверное, я сюда выложу еловую доску и дубовую дверь. Так, а что внутри книги написано? Сейчас прочитаем. Раньше здесь был целый город. Здесь протекала река, но ее уничтожили. А кто, интересно, реку-то уничтожил? Что произошло в этом мире? Я пока что не понимаю. Но, по всей видимости, вот это вот, смотрите, вот это вот дома, которые почему-то находятся под землей. И где-то здесь шла река. А погодите, здесь спавнер волков. Слушайте, вообще это такая козырная тема. Ну-ка. Опа. Ты че, пес сутулый? Дома же немного. Еще один пес. Ну-ну-ну-ну-ну, давай сюда, давай, давай, давай сюда, сюда. Опа. Ха, сударо, лошпед. Так, погодите, а здесь вот что внутри домов? Я что-то не помню. Мы сюда со скретчем залезали, либо нет? Ага, вот спавнер волков. Здесь у нас. Ого! Флаги всякие, разные, белый ковер, золотое яблоко, окей. Ладно, давайте пока золотое яблоко оставлю. У меня просто нет столько мест в инвентаре. Из полезного все, больше ничего нет. Тогда вылезаем отсюда, что поделать. Спавнер пусть стоит. Как-никак ломать его не буду, потому что волки нам еще могут пригодиться. И лишний спавнер нам не помешает. И уже темнеет. Слишком много шерсти это волчьей шерсти. Я уже хочу спать. Трешня, что-то время как-то быстро прошло. Погодите, а что вот это вот такое? А, погодите, мы здесь и были за скретчем, походу. Золотые яблоки здесь. Тут пусто. Мне бы найти хоть что-нибудь. Кстати, кстати. Смотрите, у меня уже кожи хватает, чтобы скрафтить котомочку. Смотрите, у меня и тут есть крафт. А где? Ё-ё-ё-ё-ё, сейчас зомбаки вылезут, сейчас зомбаки вылезут. Ой, это привидение прямо на моих глазах запомнилось, тихо. Быстрее в дом, быстрее в дом, быстрее в дом. Все, я понял. Ночью бегать нельзя, ночью бегать нельзя. Кучу всякой нечисти. Пока меня никто не сожрал. Здесь есть какой-нибудь сундук? Мне бы хоть какой-нибудь сундук, которого здесь, по всей видимости, нет. О, зато есть верстак. Крафтим сундук. Давайте поставим сюда. Это пока что наша временная база будет. Так, давайте я сюда шкуру всю эту вытащу, мне она не нужна. И давайте из этой кожи, что у нас есть, мы с вами скрафтим котомку. Я не помню, как она крафтилась. Таким вот нехитрым способом. Бамс, у нас еще одна котомка. Теперь нам нужно будет с вами сходить за водой, но есть одна проблема. Сейчас ночь, и ночью я не буду никуда выходить. Кстати, что можно из этого скрафтить? Шерсть и волчий плащ. Не, плащ занимает у нас целый железный нагрудник. Я, кстати, куда-то швейцарские ножницы выкинула. Я уже ей сейчас буду хотеть, поэтому давайте ляжем поскорее спать, а утром с вами продолжим. Утро. Что у нас тут? О, мой сумрак, вот это красота. Мне нужна вода. У меня две котомки. Вообще, в идеале, наверное, мне иметь несколько котомок, но у Скретча нет ни одной котомки, поэтому... Ого! Свинокабан. Их что, много? О, ты что? Псина сутулая. А, я, меня жжет, меня жжет, меня жжет. Еще где-то. Сейчас помру, сейчас помру. Быстро в дом. Быстро в дом, 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 в дом. Я живой. А, неприятный запах и шкура. Маска свиньи дает иммунитет к отравлению. Мертвые свиньи становятся нейтралами по отношению к вами. Вау. Ничего себе, тут целый фул можно скрафтить, прикиньте. Из этих мобов. Ё-моё. Не, на самом деле прикольно. Хотя броня дает 6, а это то железный нагрудник дает 6. А это какая-то броня из мобов. Ладненько, мне нужно перекусить, а то меня сейчас там возьмут и сожрут. Мне бы еще понять, как зажечь этот костер. Я тогда могла бы приготовить себе еду. Эту книгу давайте оставим здесь. Это, в принципе, не нужны нам книги. Ребята, я понял, как это поджечь. Для того, чтобы это поджечь, нам с вами нужна палка. А палки у нас выпадают из обычной листвы. Опа, все, мне выпала палочка. Сейчас покажу, как это работает. Кстати, я уж хочу пить. Нам сейчас надо будет бежать к воде. Вот таким вот нехитрым способом мы разжигаем вот этот вот костерчик. Но в чем прикол этого костра? Он освещает нам наш дом ночью. И все. На нем ничего я не могу приготовить, как я поняла. Так, ладненько, мне нужна вода. Давайте побежим к воде. Сейчас я перекушу. Все. Побежали к воде, мне нужна вода, я просто без понятия, где здесь еще можно взять воду. А прибежали мы со Скретчем ровно вот отсюда. Значит, где-то тут неподалеку я найду воду. Ребята, все, воды у меня уже нету, я сейчас начну помирать. Мне нужна вода, она должна быть снизу. Блин, походу сейчас мне придется тупо есть и восстанавливать силы, потому что... Ого, тут даже бедрок был. Нифига себе. Все, сейчас я начну помирать. До тех пор, пока у меня есть еда, мне потом столько еды придется нафармить, ребята, чтобы вы понимали. Где вода, ёшкин ты кот? Она же должна быть где-то здесь. Ребята, нашел воду, нашел воду, нашел воду. Быстрее фильтруем, фильтруем, где фильтр? Все, вижу, 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 вижу. Да почему? Я ж только что ее очистила. Жесть, я походу ее вылила нечаянно. Окей, ладно. Все, напьюсь этой плохой водой. Господи, мне столько фильтров придется делать. Так, давайте. Да погоди ты, куда? Куда? Верни, верни, верни. Беру две воды, сразу очищаю фильтрами. Ух, и можно нормально напиться. Ладно, раз уж я здесь, давайте-ка я сломаю все вот эти сахарные тростники, потому что сахарный тростник мне нужен на фильтры. Так, погодите, где мой сахарный? 15 штук, в принципе. Где?
Че за звуки страшные? Офигеть. Да, нифига себе, у него перезарядка моментально. Ну-ка. Бесстрашный? Трясня, он сильный, офигеть, тут мобы просто в разы сильнее. Так как сюда я могу, возможно, когда-то прибежать, я поставлю сюда немножко этих сахарных тростников. Давайте, наверное, верхушки только срублю, вот так, вот так, вот так. Кстати, фильтры выкинула, жесть. Чаба убежала и без фильтров осталась. 19 тростничка мне хватит, теперь мне нужно вернуться обратно. И у меня уже есть последующий план. Мне нужно приготовить как можно больше еды. И, в принципе, так как вода у меня есть, я могу отправляться за Скретчем. Я, походу, застрял в лесу. Чё за попрыгу? Нифига себе попрыгунчик. Трешня, мобы страшные. А куда? А когда я сюда бежала, я его не видела. Это что за магия происходит мне, Хогвартса? Опа, свинюшка. Да ты куда? Опа, нормально. О, сырая свинина. Хорошо. И я, кстати, уже добежала до нашей базы. У меня был уголь. Кажется, вот это я могу заставить работать, если положу каким-то образом уголь. Да ты чё? Пёс сутулый. Ох ты ж, нифига себе жирный. А, другой важный вопрос. Почему я не могу вот это зажечь? Как оно зажигается? Может быть, углем надо на него тыкнуть? Ну-ка. А как зажечь? Может быть, также нужно потереть палочкой? Не понял. Не понял. Ребята, не знаю, как это работать, но я уже потеряла вторую котомку. Либо она где-то на инвентаре, я ее тупо не вижу. Уже не понимаю, как это работает. Мясо мне надо. И я что-то не особо поняла, как мне разжечь тот костер. Походу, сейчас придется изучать этот вопрос, потому что я тупо не понимаю, как мне разжечь костер. А костер мне разжечь надо. Однозначно. Давайте подымемся самый верх. Возможно, там мы найдем Скретч. Но если нет, то я могу тупо окоченить до смерти. А мне бы не хотелось замерзать. Хотя, в принципе, до этой вышки не так уж и долго бежать. Мне интересно, почему тут идет железная дорога. Возможно, она куда-то нас может привести, если мы по ней побежим. Киюшки, мы сюда подбежали. Теперь нам надо как-то взобраться. Где? А, вот лестница, ёшкин кот. Я сразу даже не заметила. Подымаемся. Дай бог он был здесь. Внутри, кажется, никого нету. Но, во всяком случае, я никого не вижу. На улице холодно. Информация он дек. Окей, что тут у нас есть? Погодите, Скретчик. Ну, в общем, что, ребята, по итогу перенесла я Скретчика сюда и заметила, что у него какие-то непонятные следы на теле. Благо, я до него толком не доказывалась. Ну как, перетащила за броню его. Вот. И почему-то здесь потух наш костер. А без него как-то прохладненько, я вам скажу. Я уже кушать хочу, пипец как. На улице стемнело, а у меня как бы проблема. Мне негде спать. Да, здесь у нас Скретч лежит. И что мне делать? Выходит, у нас сейчас будет экстремальная вылазка, что поделать? Еще что я вам скажу. Я вообще не понимаю, где у меня все теряется в этой жизни, но... Все, мне холодно, опять началось. Все это из-за ночи. Мне нужен срочно костер. Либо я сейчас буду помирать. Идея. Мне нужно срочно сбегать за кроватью. Побежали. Господи, там мобов куча. Я передумал, пацаны. Ладно, давайте посмотрим, что мы сможем с вами сделать. Кожа. Точно, шерсть. Так, две шерсти есть. Погодите. А где еще шерсть? У меня еще должна быть. Блин, это другой цвет. Неправильно выложил все. Идеально! 3 дубовых доски у нас с вами есть. Крафтим кровать. Опачки, все. Белая кровать. Белую кровать ставим. Ложимся спать по-быстрому, потому что ночью я вообще ничего делать не могу. А, у меня тут еще шкура была. Понял? Мой косяк. Все, ложимся спать. Кстати, знаете, что я прочитала? Если я сделаю себе кожаный сет брони, тогда я буду не так уставать. Я так понимаю, Скретч у нас какой-то зомби-вирусный, поэтому давайте-ка я, наверное, вот здесь поставлю кровать. Подальше от него. Без понятия, как ему помочь. Он не реагирует вообще, то есть, как я с ним не говорю, он просто не отвечает. Мне кажется, где-то мне нужно будет найти какую-то сыворотку. Возможно, она где-то здесь в крафтах есть, надо будет ее поискать. Так, ну, а мне первым делом надо что-то придумать с отоплением в доме. Я Скретчика тащила почти до самой ночи. Ой, спавнится, здравствуйте. Благо, на нас никто не напал. Кстати, я еще книгу там взяла. Погодите, что-то написано. Географическая информация. Здесь довольно изолировано и гористо. Отсюда лучше всего стрелять на восток. Оттуда следуйте по тропинке. Это выходит, мне нужно следовать по тропинке вон на той башне, да? Понял. У нас с вами еще одна миссия появилась. Так, ладненько, ребята. Самое главное, что мне надо сделать. Я вспомнил, что мне надо. Мне нужна кирка. У меня есть топор, но у меня нету кирки. Ладненько, давайте тогда срубим какое-нибудь дерево. Например, вот это вот. Срубим его. И мне нужно скрафтить кирку. Мне нужен булыжник для того, чтобы сделать костер. У меня есть пила. Бамс. Хорошо. Еще одна книга. Тогда книги будем собирать здесь. А давайте-ка я это все выложу. Кожи у меня мало, кстати. Я могу, наверное, могу сделать себе какой-нибудь сет, потому что, конечно, железный сет это хорошо, но мне в нем постоянно холодно. Мне нужно
найти еще воду, и я не понимаю, где моя котомка. Я вот так и не поняла, куда я свою котомку нечаянно сбагрила. И по итогу не могу ее найти. Я делаю кожу. И из этого тоже делаю кожу. Так, мне не хватает на котомку, да? А нет, у меня, погодите, у меня есть еще две кожи. Так, значит, вот таким вот образом она делается. Все, у нас две котомки. Я надеюсь, теперь я их точно не потеряю. Значит, сахарный тростник сюда. Мне нужен еще древесный уголь. Окей, ребята, у нас с вами целая миссия. Нам с вами нужно сейчас каким-то образом... А хотя, погодите, каким-то образом. Прям таким образом и сделаем. Берем. А, погодите, у меня палок не хватает. Мне не хватает палок. А, палки по старинке? Нет, не по... Понял, хорошо. Как крафтятся палки? А, все, понял, понял, понял. Значит, ставлю пилу и одну дубовую доску. Выходят у нас с вами палки, а потом из этих палок я уже крафчу железную кирку. Давайте-ка я добуду вот этот вот камушек. Мне нужен булыжник. О, мне полноценный булыжник выпадает. Понял. А из этого... Короче, мне нужно 3 булыжника. Ой, 4. Еще 3, значит, сверху. Бамс-бамс. И вот так вот. Опачки. Сейчас покажу, зачем оно все нам надо было. Костер у нас горит. Костер горит. Хорошо. Значит, отопление у нас есть. Смотрите. Выкладываем так булыжник, и выходит у нас очаг. Значит, выставляем вот этот очаг. Ну, давайте, например, вот сюда вот его поставим. Давайте, наверное, все перенесу. Так, кровать у нас пусть стоит вот здесь. Идеально. Здесь у нас пусть будет сундук. Значит, древесный уголь нам нужен. Древесный уголь, древесный уголь. Ага, это нам нужно печь. Печь, печь. Значит, мне нужно чуточку больше булыжника. И вообще, в идеале, мне найти еще какой-нибудь источник воды, потому что как-никак мы со скретчиком пока что остановились здесь, ибо пока что я не понимаю, что с ним. А пить как-никак будет хотеться. Благо здесь есть нормальный булыжник. То есть, смотрите, из обычного камня мне выпадает вот эта вот фигня. Камушек. А, ну хотя, в принципе, смотрите, нормально. Беру в булыжник, все. Опа, опачки. Бимба, 9 штук. Все, мне этого должно хватить на печку. И я уже хочу пить. Давайте. Ой-ой-ой-ой. Все, мне становится холодно. Не хватает мест, значит, давайте-ка сюда мы все с вами сбагрим. Что нам не надо? Шкуру тоже сюда. А, погодите, мест нет, да? Понял. Уголь я убрал. Уголь давай. Вот сюда вот. Нифига себе. А тут, конечно, мутится, крутится. Погодите, мне на него что-то надо поставить. А вот это уже вообще не приколдесно. Крафтим по старинке печу. Печу ставим. Сюда, значит, давайте. Уголь, который у нас остался, суем. И давайте сунем. Нужен именно дуб, да? Окейшки, давайте-ка я быстренько срублю какое-нибудь дерево неподалеку. Мне нужно как можно больше древесного угля для того, чтобы сделать фильтры для воды. И, кстати, я опять хочу пить. Где-то бы надо неподалеку, в самом-то деле. Найти какой-нибудь источник воды. Это мы суем сюда. Пусть перерабатывается в древесный уголь. Мне кажется, у нас этого угля прям вообще пипец, насколько хватит. Поэтому давайте, наверное, побольше нарубим. А чтобы далеко не бегать, давайте-ка нарубим вот этого дерева. 6 штучек есть. Опачки, вставляем. Жесть, тут даже, наверное, на большее хватит. Давайте еще вот этот, что ли, сломаем. У меня, кстати, почти уже топор сломался. Мне бы какое-нибудь новое железо надыбать. А, вот жаль, скретчик сейчас в отрубе. Мне бы его инвентарь понадобился. У него столько полезного в инвентаре лежит. А ну-ка, давай ко мне все. Мне сундук, короче, надо улучшить, да? Давайте сделаем побольше сундук. О, таким вот нехитрым способом, но. У меня пока что занята печка. Я хочу, наверное, его просто расширить. Вообще, в идеале, наверное, мне было бы. Дайте-ка я вот это вот нормально поставлю. Бамс-бамс. Вот так вот мы все закроем. Ой, я уже пить хочу. Надо срочно бежать за водой. Этому убираем. Берем, значит, наш сундук и ставим его вот сюда вот. Снизу печку. Туда давайте уголечек сунем. И еще, а где мой второй сундук? Все это, значит, складируем сюда. Книжечки только. Так. О! Чердейская книга у меня есть. Так, все выкладываем. Все это барахло брать мы с собой не будем. Возьму только приготовленного краба, кирку и две котомки с водой. Точнее, без воды, но я пойду и наполню. Вообще, в идеале, наверное, бы лечь спать, но я надеюсь, до заката успею вернуться домой. Ребята, мне вообще долго не пришлось бежать. Оказывается, где-то здесь, неподалеку от моего... Темнеет. Так, ладно, потом я вам все расскажу. Короче, нашла вот здесь вот воду. И, честно, я не знаю, какая она, но смотрите. Там какие-то пузырьки идут. Ну-ка, давайте попробуем, может, нормально? Нет, отравленная, понял, моя ошибка. Моя ошибка, у меня даже нет с собой фильтров. Бежим тогда домой. Белка! Да блин! Мне главное тропинку вытоптать, чтобы в следующий раз я знал, куда бежать. Кстати, у меня уж топора нету. Ё-моё, каким путем я бежала? А вот я и выбежала, куда мне надо. Ой-ой-ой, тихо там, зомбаки. Тихо. Я буду помирать от жажды. Я не профильтровала. Сколько криперов. Ё-моё, там еще и оборотни какие-то. Меня все хотят сожрать. Ладно, я жив. Это самое главное. Мне нужен фильтр. Где мой фильтр? Вижу фильтр. Значит, дайте-ка я воду почищу. Опачки. Я почистила? Вроде почистила. Так, все. Пью. Прекрасно. Правда, мало мне этого хватило. Мне надо что-то делать с водой, ребята. Если вы знаете, как решить проблему с водой, напишите, ради бога, в комментариях. Потому что я пока что ума не приложу, что мне нужно сделать. Чтобы мне всегда хватало воды. То есть у меня сейчас постоянная нехватка воды. Я без понятия, что с этим делать. Так, давайте-ка я сделаю еще немножко фильтров. Сахарный тростник. Как там он делался, этот фильтр? А, так только там бумага только нужна. Вообще, бам. Бамс, значит, бамс. Надо
надо побольше древесного угля. 25 фильтров мне, в принципе, хватит пока что. Все это убираем обратно. Ща опять мне будет становиться холодно. Окей, давайте просто ляжем спать, потому что ночью постоянно холоднее. Доброе утро, ребята, я поспал, и вот у меня вопрос. Что мне делать со Скретчем? Я без понятия. Его нужно как-то вылечить от этой зомби-болезни, но я без понятия вообще, что с ним делать. Ладно, нам нужно с вами подумать. На улице пока что холодно, мне надо подумать, что делать. Ребята, если у вас есть какие-то предположения, что я могу сделать, придумать и вообще... Все, что я спрашивала, напишите, пожалуйста, эти ответы в комментариях. Самое главное, это что мне делать с водой, мне постоянно не хватает воды. Все комментарии читаю, на этом я с вами буду прощаться. Если понравился видосик, обязательно ставьте свой лайкосик. Где тут псина сутулая бегает, она меня бесит, я хочу ее грохнуть. Ты че такое? Трошня, это что? Она сильная? Ты че, обычный пес? Куда ты побежал? Шкура снежного волка. Это волк такой? А че он ходит на двух лапах? Мне кажется, это какой-то ненормальный волк. Все, ребята, на этом я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и пока-пока.